рок-метал-хардкоровая группа Би-2 выступила в Москве с новой программой. Концерт состоялся в ВТБ-арена. Музыканты представили поклонникам новые хиты из альбома «Горизонт событий», а также порадовали их всеми своими легендарными треками. Уровень эмоций у рокеров и зрителей зашкаливал. 47-летний Лёва был в ударе. Во время исполнения песни «Ангелы» он даже пригласил на сцену девушку из первого ряда своих фанаток. Певец усадил ее рядом с собой и взял за правую руку. Вначале блондинка стеснительно прижимала левую руку к сердцу и посылала кумиру воздушные поцелуи, а затем стала ему подпевать. В конце шоу 49-летний Шура вывел на сцену свою 9-летнюю дочь Еву. Вместе с девочкой он спел всеми любимую композицию «Мой рок-н-ролл». Заменившая Юлию Чичерину, дочь рок-музыканта аккуратно подпевала папе. Теперь вы поете, мы послушаем. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе. Концерт из 25 песен прошел на одном дыхании. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!